Всем привет! Если вы помните, мы делали прямую трансляцию Драконьего поля битвы и обещали в конце видео выслать одному из участников один телепорт. Спасибо, кто подсказал, через рандомайзер для комментариев YouTube. Так вот, каждый раз мы теперь, когда будем делать трансляцию прямую, мы будем после окончания трансляции, мы выложим ее на своем канале, и там в комментариях вы можете написать что угодно, ну, желательно без цензуры, вообще желательно не писать цензуру, так как админов у нас мало, вот, и напишите свои координаты, либо напишите что-либо еще, лучше писать координаты свои. И мы возьмем это видео, закинем в рандомайзер, и совершенно случайным образом один из тех, кто написал комментарий, получит этот телепорт. Так, итак, я беру ссылку. Можете указать в комментариях, какой сервис намного лучше. Так, взял я ссылку. Ctrl-C. Ставлю ее. Так. Поехали. Итак, а что за программа? Данил Курганов. А что за программа для записи видео? У него вопрос, и он является у нас победителем. Данил, если ты смотришь этот канал, вышли нам координаты свои в комментариях там же, и мы тебе вышлем твой телепорт. Молодец, поздравляю. Так, что за программа? И теперь придется ответить на этот комментарий. Для записи видео я использую Action, очень старая программа, одна из лучших в момент 2009-2008 года. Она позволяет записывать с экрана с любым разрешением. Ну, какой хочешь уголок можешь записать. Также делает скриншот. Игровая программа. Ну все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ждите трансляции, просматривайте трансляции, которые мы будем вести. И после, в конце каждой трансляции, мы будем высылать что-либо, о чем мы договоримся на самой трансляции. Это будет либо телепорт, либо что-то еще, что помещается в конверт. Всем пока!